В Лакреевском парке столицы Чувашии сегодня собрались самые исторически подкованные студенты. Именно там прошел всероссийский квест «За мной Россия». Насколько хорошо ты знаешь историю Великой Отечественной войны? Знаком ли с малоизвестными фактами о разных событиях того времени? Способен ли проходить испытания, ориентироваться на местности и разгадывать шифры? Ежегодно в преддверии 9 мая в 60 городах России проходит исторический квест на знание военной истории. В нашем городе мы собрали 4 команды по 5 человек. И в будущем надеемся, что круг участников расширится и будет такой масштабный характер. Оказание медицинской помощи, прохождение полосы препятствий, запуск бумажных самолетиков и обязательные онлайн-вопросы. А всего 8 теоретических и столько же практических заданий нужно было выполнить участникам. Квест вообще классный. На самом деле, я участвую в квесте первый раз. Здесь очень интересно, с интернетом все связано, все по всем нужно бегать, станциям, везде разные коды. Самым интересным, по мнению участников, стал этап танкисты. Здесь нужно было выбрать только те образцы техники, которые принимали участие в войне. И все это на время. Кстати, именно на этом испытании участники могли почувствовать себя как в танке в прямом смысле слова. Чтобы усложнить задачу, участников примотали друг к другу. Мне запомнился легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Сам я люблю очень технику, учусь на инженера, и поэтому задание было мое самое любимое. Кстати, этот квест уже далеко не первый в движении волонтеров Победы. В течение всего года участники подобных испытаний будут набирать баллы, а осенью знатоки военной теории отправятся на финал в Москву. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.